Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество за Грузию проходить Sid Meier's Civilization 6. Все подробности этой партии и начало ее в первой серии, ссылка на нее в прикрепленном комментарии. Там же ссылка на рейтинг цивилизации. В общем, всегда лучше смотреть с самого начала. А напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу в вкладке сообщества. Большое им спасибо за поддержку. Так что у нас тут происходит, лучше сходить вам в первую серию посмотреть, если вы случайно наткнулись. Ну а для всех остальных давайте продолжим наши игрища. Так, я тут сделал миссионера, чтобы Махенджо-Даро обратить, но оно обратится через один ход сам. Тут у нас под Венецианку, тут мы строим, так, рыцаря хочу, до наемников, я помню, довести. Дальше Магнус в горе сел, можем вырубать, значит, ставим... А, нет, я уже даже построил кампус. Так, тогда что, на что будем... Ну, давайте, наверное, акведук тогда поставлю, на нее подрубим лес. На него. Ну что, Магнус все-таки дофига производства дает. И на будущее у нас... Ну и быстрее вообще горе, наверное, вырастет. Тут просто стоим. Тут просто стоим. Это я не даю Махенджо-Даро захватить. И я так понимаю, что следующим ходом смогу его засоюзить. Скорее всего. Так, куда же тогда миссионера использовать? Махалкалакия. Не обращено. Ну давайте, кстати, почему бы один заряд и не использовать на Халкалаке. Там, правда, у меня не особо много... Да, тут только эти накорми мира Гурдвара, то есть, соответственно, на Халкалаке это вообще не будет действовать. И никаких рудников на бонусных ресурсах нету. Ладно, пока. Все равно обращу на будущее, так сказать. Так, тут контролируем Гонконг. В Хашуре гавань маяк. Так, Мокша Вайтхай тоже прибыл. Ну, вроде... Вроде, но горе тем более должен расти, потому что... Так, вот тут еще клеточку выкупить тоже денег нету. Ждем. Угу. Александр сообразил, что что-то не то. И начал все-таки меня атаковать. Православие в Махенджо-Даро плюс 3 за счет этого. Летучий отряд. Вот проблема, нету лошадей вообще. У Махенджо-Даро тоже нету. Ну давайте проверим, как это работает. Значит, смотрим. Точно 2 делает. Ну я бы засоюзил, честно. Чтобы он продолжал воевать... Опа. Продолжал воевать с греком. Ну и он плюс дает полное жилье от воды, как если бы находился у реки. То есть в некоторых моих городах это вот в Поти, например. Ну, правда, у меня тут так жилье есть. Но тем не менее. Тем не менее. А сколько стоит у него мобилизовать 430? Ладно. Ой, повышение еще получил. Заодно я могу здесь проплыть. Ладно, не поплыву. Подержим до каравел. Я хочу апнуть в каравеллы. Так, великого ученого. Есть еще какой-то шанс у нас получить? Нет, всего лишь плюс 2. Так что, наверное, давайте откроем, чтобы универы можно было строить. Так, есть акведук, библиотеку. Водяная мельница тут ни к чему. Ладно, давайте, наверное, просто строителей. Но я не хочу, тогда не буду вырубать пока здесь леса под Магнусом. Просто строителей сделаю. А, подожди, так у нас универы скоро появятся. Вот.
Под универы будем вырубать. Так, ну вообще, может быть, и наберу опять на золотой век. Там у нас... кавалерию делаю. Надо где-то еще рыцаря. О, слушай, так может давайте мы в горе рыцаря лучше. О, 5 ходов. Точно, можно вырубить лес тогда. Ну это я 8 юнитов пытаюсь сделать, чтобы наемники ускорить. Не хочется их так открывать. Соседствовать от... А давайте мы их, кстати, будем открывать. Сейчас я их ускорю. А так откроем. Это, конечно, зря я сюда встал. Лучше бы он туда уходил. Я не добил Махенджо-Даро, его не добил. О, мавзолей в Геликарнасе. Кайф. И плюс 3 за паломников. Отлично. Дамба. Так, я наемников открываю, чтобы, собственно, картографию открыть. Давайте сначала образование, а потом картография. Как раз 5 ходов. Наемники я ускорю через 4 хода. Я лучше Хефсуру дам уровень. Блин, тут уже ацтекский флотоводец приплыл с другого континента. Нехорошо. Ну, в общем, вырубаю леса под рыцаря, а потом и под универ следующим ходом. Меню строителя. Так. У нас вассалы работают, поэтому давайте его в Руставе отправим. А того в Кутаиси оставим. Ну, это плюс... к довольству будет. В Руставе мавзолей. Но пока он тут ни на что не работает. Видите, эти клетки не выкуплены. Илян на аквакультуру не прокачан. Ну давайте здесь, наверное, пока... Хотя кампус... Кампус плюс 4 есть. Ну, наверное, надо выкупать и строить кампус. Так, здесь святилище, понятно. Здесь мы откладываем производство, во всех остальных все делается. Откладываем на универ. Сразу универ начну строить. Мне 2 универа надо, во-первых. Во-вторых, универ рядом с горой надо. It is the mark of an educated mind to be... Наверное, тут постою, если тут Александр опять будет лезть. Так, универ. Карточка не стоит на рабочую. Ладно, тогда пока не буду покупать за веру. Ну, куда он плывет здесь? Ты что тут плывешь? Он, кстати, мог сюда через Бермудский треугольник попасть, с другой стороны. Картография 4 хода. Ну, то есть идея... Блин, а может мне все-таки больше галер построить? Я в Кутаиси строил. Может в Руста... Так, а карточка на галеры стоит? Не стоит. Блин. Тут быстро. Ладно, давайте наемники открывать пока. Картографию отложу, пожалуй. Можно, с одной стороны, и апостола имело бы смысл. Вассалы уже на 6 городов работают. Хорошо.
Плюс 2, плюс 2. Ну, штрафов хотя бы нету. Плюсов, правда, тоже нету. Так, кампус второй. Наемники ускорили. Пожалуй, массовое производство надо открывать пока. То есть я открою наемников, поставлю карточку на галеры. Я галеры поднастрою. Так, тут все в православии. Кстати, Ваншан. Давайте Ваншан отправлю миссионера через воду. Тоже имело бы смысл обратить и Аншан, и Ваншан потом двойных послов отправить. Я хочу еще карточку дополнительный заряд рабочим, да? Так, теперь я могу, в принципе, караваны в Махенджо-Даро отправлять на деньги. Блин. Но это уже приколы начинаются, конечно. Нейтрализация Пингала, это неприятно. Нет, давайте я тут поставлю. Универ. Нам два универа надо для ускорения книгопечатания. И универ рядом с горой для ускорения астрономии. Боже, я еще в средневековье, а Александр уже в новом времени. Просто через две эпохи меня опережает. Дайте их ресы посмотрим. Ну, современных стратегических ресурсов нету, с другой стороны. Может, тут амбар? Давайте сначала амбар. Надо до 10, чтобы выросла халкалаки. Being a mercenary, though, hey, we just go wherever there's a mixture of money and trouble. Так, пока на улучшение мы не ставим. Тут ставим на плюс 100 создание морских юнитов. И, пожалуй, на новые строители получают на 2... Подожди, черт. Я что-то забыл. У меня же монументальность, да, все верно. Поэтому побольше галеры трирем и квадрирем и... Строители на 2 действия вместо... Золото. Там плюс 16 ход. Сейчас нам не так золото надо, как обработка клеток и строительство галер. Ладно, пускай пока здесь строится. Тут стоим. Пока никуда не отправляем. Копим. Храм строим. Так, Аютхая сейчас должна начать расти как не в себя. Три еды от святилища. Дальше пойдем. Давайте пока в дипломатическую службу. Мы ее все равно никогда в жизни не ускорим. А средневековые ярмарки тогда, когда я решу, что мне хватит галер, чтобы апнуть в каравеллы. Потом я начну строить квадриремы, но во фрегат не буду выходить. Вообще маловато на самом деле селитры, к сожалению. Но что-то мы апнуть сможем. Я всего один ресурс селитры. Удваивает очки. Давайте флотоводцев проголосуем.
И стоимость производства и приобретения военных юнитов. Наверное, за производство надо снизить. Ну, за валюту, за веру, понимаете, у меня... Мне не нужны наземные юниты, мне нужны морские, а морские не могу за веру покупать. За веру морские может только Индонезия. Так, не начисляется флотоводец, снижено за производство, отлично. Стоим. Так, я бы во всех теперь галеры поставил, теперь один ход строится. Нет, тут два, ладно. И тут два, ладно. Где везде, где по одному? Тут так в очереди. Просто этих галер нафигачить. У меня просто денег не будет столько апнуть их все в каравеллы. Но я хотя бы две апну. Кстати, а я этого магистра-то не построю. Только зал для приемов пока. Ладно, тут универы надо в любом случае делать. Массовое производство, дипломатическое. Три хода еще можно потерпеть. Астрономия продвинулась за счет универа рядом с горой. Через 10 ходов 10 жителей. Ну, тогда рабочего. Рабочих, я бы даже сказал. И я думаю, что можно покупать за веру, где Лян сидит. Красивая клеточка, конечно. Ну, тут все будут скоро красивые, когда вот эти клетки будут присоединяться. Денег нет, пока их выкупать. Блин, а может укрепить религию? Сколько апостол стоит? 340. Гурдвара. Триста восемьдесят вроде будет стоить. Давайте, наверное, апостола посмотрим, что там у нас на религию есть. Пока еще 5 ходов храм строится, потом гурдвару покупать. Так, ну и строителя все равно куплю одного. Блин, может еще галер? Давайте с него ярмарки. 4, в общем, 4 хода строю одни галеры в этих городах. Тут реально я должна быть морской державой, Грузия. Не смогу все их апнуть в каравеллы, но часть апну. Так, тут рынок. Вышли в возрождение. Верфь открыли. Больше торговых путей. Это я маяк построил, да? Давайте, наверное, в горе тогда. А, я ж могу за 140, наверное, купить. За веру даже куплю. Так, давайте посмотрим, куда, во что мы укрепим религию. Что у нас тут есть? Защитник веры крестовый. Я думал крестовый поход. Ну, блин. На Александра как-то тяжеловато нападать. Дальше распространять. Я бы взял что-то за последователей. Науку. Да, давайте еще посмотрю.
Не, смотрите, наконец-то основанный индуизм и католицизм. Почему они так долго это откладывали, я не понимаю. На каком ходу будет написано, на каком ходу? К сожалению, нет. Но это, конечно, поразительно, так долго не основывать религию. Так, науку за каждых четырех последователей, культуру за каждых четырех последователей, золото за каждый город. Блин, я бы, наверное, взял золото за каждый город. Я, конечно, понимаю, что у меня с наукой и культурой тоже не ахти. Но еще вера за каждый. Ну, блин, вера. Вот с верой, мне кажется, у меня все нормально. 13. То есть это будет 39 золота вход, да? Ну, мне же армию содержать надо. Хорошо, давайте подумаем. Сколько вообще последователей? Кстати, знаете что? Вот жалко, что последователей не показывают. Показывают, где она преобладающая, но последователи — это же другое. Вот, смотрите. Так. Это вот считать. 7, 11, 16, 25, 31, 39, 44, 48, 53, 57, 64, 68, я вот не помню, посчитал ли эти 6, ну, 70, да, тут еще, по-моему, какой-то город, 70 разделить на 4, ну, да, ну, пускай даже 80 будет, да, на 4, 20, то есть это либо 20 науки, или 20 культуры сверху, либо 39 денег. Блин, ну наука классно. Ладно, давайте, наверное, науку все-таки возьму. Да, видите, плюс 20. Практически плюс 20 от верований. Так, ну поехали. Картографию, два хода. Можно будет отложить. Еще один ход поделать галеры, да. Надо будет картографию следующим ходом отложить. Так, это вы сюда вырубить лес под Магнусом Гори. Один ход. Ага. Один ход давайте... Нет, это банковское дело. Денег не хватает. Банковское дело. Так, то, значит, еще один ход галеры построим. Начинать все. Ой, как верфи долго строятся. Видим амбар, чтобы город рос. Курдвара 320 стоит. Там 71. Ну, тогда покупаем еще строителей. А, блин, торговца могу купить. Так, надо торговца купить. Давайте посмотрим. Самый дорогой в Махенджи на 3 золота. Давайте, наверное, из Ахалкалаки отправим торговца в Махенджи-Дару, чтобы он тут наконец дорогу провел. Ну, кстати, это из-за того, что Махенджи-Дару просто не на побережье стоит. Поэтому, блин, так мало денег дается. Вот теперь открываем картографию, средневековые ярмарки и апаем. Блин, у меня вход
очень дофига на содержание юнитов явно идет. Можно будет карточку содержания, в данном случае стоит ее поставить. Да, всего лишь 3 монеты в Махенджи Даро. Что-то совсем слабенько. Это я Каншану веду миссионера, чтобы обратить. В Кутаиси, наверное, мастерскую. Так, картография, средневековые ярмарки, все. Все зашибись. Очень сильно отстоим по науке от всех вокруг. Not all who wander are lost. Рыбацкая лодка золото начинает давать. Так, ну, хотя это еще и с золотом мы немножко улучшим. Так, здесь. Да, содержание 26. Сначала нам надо поставить на апгрейд юнитов вот эту карточку. Блин, я бы, наверное, и новый... Давайте я, наверное, куплю строителя сейчас за веру. И пока уберу два действия. Блин, тут еще он строится, эх. Но тут уже без двух действий, к сожалению. Потому что надо денежки ставить. Так, возвращаем Пенгалу. В Тбилиси. Можем Амани, кстати, взять. Или дальше Пенгалу хотя бы на исследователя прокачать. 11. Блин, наверное, все-таки Пенгалу стоит. Что значит сменяю? Здесь на... скидка на улучшение юнитов. И вместо двух действий строителя поставлю золото от караванов. Я думаю, что я пока одну каравеллу тут апну с этой стороны. 180. Ага, я такой пока одну я могу апнуть. Тогда это с этой. Мне интереснее, что тут у нас денег не хватает. Так, эту... О, блин, я мог сейчас вырубить под горе как раз. Черт, что-то я... Ну, в очередной раз тупанул, короче, ребята. Ладно, давайте я подожду. Не хочу под этого рабочего вырубать. Дальше банковское дело. Универ. Ну, вот тут. Блин, часовня великого магистра и разведывательное управление. Чё-то мне, знаете, в эту игру хочется разведывательное управление. Потому что, смотрите, наземные юниты... Ну, тут такая территория, что наземными юнитами мы вряд ли будем воевать. Все остальные за веру не покупаются. Поэтому, мне кажется, а разведывательное управление нам может помочь. Мы отстаем по науке очень сильно. Или в мир... Давайте в меркантилизм-то мы лучше пойдем. Каперами мы тут тоже очень неплохо пограбим. Блин, нечего тут пока строить.
Трибушет. Ну, вообще, можно еще наземных юнитов построить, пока у нас скидка. А с другой стороны... Опять же, зачем? Мы будем содержание только платить. Большое. Так, 180. Не хочу нырять в Бермудский треугольник. Так, тут храм. Покупаем гурдвару. Почему сам город в эти клетки не выкупает все? Вообще непонятно. Ладно, я тут его оставлю, чтобы обрабатывать. Так, что здесь горе? Вот эти все клетки обрабатываются, поэтому надо здесь просто производство повышать. А вот что тут строить? Ну, блин, водяная мельница, пища и производство. Одно всего лишь. Юниты. Хочется строить, но это карточку надо ставить. Я, наверное, исследовательские гранты почитаю. Да, слушайте, это очень хорошо, что я накорми мир взял, потому что у меня в городах очень большие проблемы с едой. У меня, наверное, единственный с едой это вот этот Хашури, но у него проблемы с производством. Кстати, сюда бы отправить кого-нибудь пацана поработать. Блин, надо еще подумать. Так, как тут акведук ставится? И дамба. Тут акведук с дамбой очень долго будут делаться. Что, промышленная зона? Вот здесь есть плюс 2, значит дамбу, видимо, сюда надо. Так, ну а остальные клетки вот здесь надо фермы сделать, я так думаю. Так, апну галеру. Не хочу клетки выкупать, а вот эта галера нам нужна с этой стороны. Ну, исследования ускорили. Ну, не знаю, я не вижу здесь вот такие важные клетки, чтобы обрабатывать, чтобы этого рабочего туда везти. Этот лес, вот у нас рабочий есть. Этот камень надо будет еще убрать. Кстати, этот рабочий у нас просто сейчас пойдет в Айтхаю. Следующим ходом Айтхая может кампус строить. Амфитеатр закончим. Что просто сидим здесь. Блин. Кстати, квадриремы бы построить тоже не мешало бы. Интересно, он гавань построил. Я еще должен кругосветку совершить. Так, я бы, наверное, сюда каравеллы этой сплавал, чтобы эту кадрилему убрать и Аншан. У нас с Аншаном, кстати, мир, но я не буду посылать туда послов, пока мы не обратим его в православие.
что это двойной. А Аншан что дает? Науку за каждый шедевр литературы, за каждую реликвию, за каждый артефакт. Ничего из этого у нас нету. Но зато у нас есть университеты, на которые Аншан будет влиять. Я бы сначала промышленную зону построил, потому что мы дамбу без промышленной зоны будем строить фиг знает сколько. Так, сначала книгопечатание, потом, возможно, в осадную тактику пойду. Две бомбарды, это значит два трибушета. Кстати, а вот два трибушета мы можем построить, пока у нас действует плюс. Давайте вот тут трибушет сделаем. Какие у нас вообще самые производственные города на данный момент? И Тбилиси, да? Но я бы сначала разведывательное управление. Ладно, пока один трибушет делаем. Что разведывательное управление даст шпиона и плюс к силе. Ну, еще мы тут шпиона сейчас получим. А, нет. Нет. Друзья, где мы получаем шпиона еще? Да тут шпион, по-моему, Франция получает. Ладно, потом разберемся. Этих варваров пока. Постоим. Да, денег мало. Я, конечно, нафигачил галер, но денег мало. Так, еще проверим. По кампус тут плюс 4 и тут плюс 4. Ну, я вместо камня лучше поставил бы. Рынок. Караван купил бы за деньги. Блин, ну вот в Махенджо-Даро мало денег дает. Просто мало денег. Зато Аншан дофига. Ну давайте из Хашури. Ну потому что вот на воде стоят Хашури и Аншан. И соответственно, тут вот для этого мне каравелла с этой стороны и нужна была, чтобы контролировать. Так, 10 ходов до следующей эпохи. Угу. Кампус. Блин, вот тут нужен... Тут нужно рабочего. 135. Следующим ходом купим, да? Я бы вырубил этот лес для... Ладно, тогда давайте акведук. Пока. Тут библиотеку. Так, 120 уже науки. Хотя бы обогнали Грецию и зулусов. Правда, по эпохам я, конечно, отстаю. В общем, я во всем отстаю. Посмотрим, как тут. Блин, мне кажется, я зря отключил научную. Мне надо было оставить научную, да, но только самому взять себе за рог не улетать. Просто чтобы они могли так победить хотя бы. Так, Бенгалов в Тбилиси еще плюс к науке. 138. Так, Аншан. Всем войны. Не могу теперь сюда караван отправить. Ну, я подойду. Не должен он мне убить миссионера Квадририма, что у него зона контроля от каравеллы. Так, я бы, наверное, подождал. Или даже переместил в поти. Подождем. Я надеюсь, Аншан засоюзить.
У меня я 8 послов туда отправлю, а там сейчас сколько? 12. Блин. Ничего на послов морскую традицию открыть. Ну, блин, это 10 послов всего лишь. Черт. Блин. Я бы еще так классно было бы засадить, чтобы с ним воевал Александр. Да, Махенджо-Даро 5 монет дает. Просто смех. Блин, будет прикол, если тут нету проплыва, и я вот в таком расстоянии не могу кругосветку совершить. Блин, ну тут сейчас нету смысла ждать. Аншан не скоро засоюзится. Поэтому мне кажется, как-то по-другому надо караваны отправить. Махенджо-Даро. Ладно, видимо. Можно потом карточку будет поставить на какие-нибудь международные пути. Давайте тут вырубим лес как раз на второй трибушет заодно. Антананариву захватили. А это все ГГшки захватывают. Так, вот обстреливает. Аншан обстрелял мою каравеллу. Мы убьем корпус этих ребят. Кстати, вот жалко, что полководца мне запретили, конечно. Я бы, наверное, продолжил в Тбилиси, пожалуй, путь. Блин, тут разница в 3 золота в ход. Это просто несерьезно. И у меня мало клетки присоединяются. Так, откуда у меня не бегает в Тбилиси? Зубдиди есть, Поти есть, Хашури есть, Кутаиси. Вот, из Кутаиси не бегает. Четыре еды, три производства, по-моему, очень круто. Так, тут трибушет еще второй поставлю. Это для ускорения цехе. Блин, я не переключил. Молодец. Клетку не передал. Блин, ну мне кажется, что священные места надо тут в каждом городе ставить, неважно соседство, потому что они просто дают кучу еды городу, поэтому в Кутаиси тоже ставлю. Так, я ни с кем не заключаю мира, поэтому просто, чтобы больше не спрашивали. Там, наверное, за ГГшку... Да, захват города-государства не принято. Ну, разграбим сейчас караванчик.
православие. 7 ходов и 6 очков эпохи. Так, я получаю очки эпохи за районы. Только я не в курсе, акведук будет считаться... Специализированный район, нет, значит, акведуки не считаются. И, в общем-то, вот 5 ходов Аютхай. Я просто думаю, может, мне в горе промышленную зону... Нет, 7 ходов. Я просто могу уже промышленную зону тут поставить на плюс 5, но я тогда лучше второй трибушет доделаю. Может, к Гонконгу везти пока. Попробуем осадными его взять. Вообще никакие клетки на море не присоединяются в городах. Вообще прикол. Чё обрабатывать? Тут, может, лесопилку хотя бы здесь сделаю. О, 190 монет. Ну что? Давайте еще каравеллу, наверное, апнем. Вот тут. Да не, должен кругосветку сделать. Еще плюс 3 цехе. Как открывать осадную тактику? 6 ходов я должен раньше открыть, потому что сейчас ускорю. И цехе надо будет построить. У меня есть карточка, которая оборонные здания. Блин, а мне же еще средневековые стены построить. Я еще средневековые не построил. Я же не смогу цехе без средневековых стен. Это 6 ходов. Там, блин, пока будет строить. Ну, короче, на цехе можно не рассчитывать, я думаю. В этой эпохе я имею в виду. Так, кого-то мы поймали. Убили ацтека. Ацтекского этого. Так, еще караванчик. Это я, кстати, хорошо зашел. А вот еще караванчик, слушайте. Так. Так, тогда, значит, на этого оставим. Ап, тут Александрия Профтазия отваливается. Ну, наверное, не отвалится. Минус 2. Тут уже скоро конец эпох. Надеюсь, тут будет достаточно проплыва, чтобы получить... очки эпохи. Ну, давайте, наверное, Амани возьму, потому что это даст тоже очков эпохи. И попробуем потом ее как-нибудь... Знаете что? Я вот тут, наверное, вот шпиона, я, наверное, его попробую ваншан сразу и эти делать... Сфабриковать скандал. Шанс, конечно, 63%. Но мне аншан реально надо союзить. По моему мнению. Так, один заряд здесь. Давайте, наверное, вот сюда шахту. Разведывательное управление. Может так, блин, 4 хода средневековые стены, 6 ходов. То есть, ну я открою через, ну пока построят средневековые стены, я точно цехи открою. Но, блин, они же тоже будут долго строиться. Я пока даже с карточкой долго строится.
Не знаю, я бы, наверное, не рассчитывал на цехе просто. Просто тут не рассчитывал, просто на какой-нибудь банк. А, стоп, я могу сейчас карточку поставить. Так. Давайте, наверное, еще одну тут какую-нибудь каравеллу апну. С уровнями тут больше нету, да? Давайте вот эту. Теперь ставим на строительство оборонительных зданий. Ну и пока все. И вот тогда попробуем все-таки. Давайте средневековые стены, три хода. У меня Тбилиси самый производственный город, поэтому я и пытаюсь тут цехе построить. Так, теперь можно, пожалуй, уровень взять. Нет, морских. Первая в мире. Так. Одно очко. Просто не хочется цехе прям ради... Так, великие люди. Есть. Я могу за 200 купить флотоводца. Все. Все. Я средневековые стены дострою, но цехе строить не буду. Карточку можно будет потом прибрать. Отлично, мы выйдем точно в золотой век. Давайте ради интереса прыгну в Бермудский треугольник. Ну и куда нас... Ага. Прикол. Ну, Тбилиси лучше. Ну, блин, Махенджо-Даро ради 5 монет вообще бессмысленно. Вернусь, попробую этого апнуть. Ну, блин, мало денег будет. Просвещение ускорили. Так, вообще зашибись, мне очень нравится, как у нас тут получилось в итоге. Я, честно говоря, не ожидал, что я эта эпоха, но это, блин, все-таки Грузия. Вот за счет этих очков эпохи получается выходить в золотой век. Так, наверное, имеет смысл тогда рабочих поднакупать. Там до конца религию... Там что будет? Сильнее распространяется религия. Хотя, может, тоже взять. Блин, ну ладно, это можно не... То есть у нас монументальности больше не будет. Я бы с монументальностью все-таки рабочих наделал. Тут, конечно, мало уже клеток обрабатывать, но вот будет много морских клеток, когда они, наконец, поприсоединяются. Поэтому я бы лучше поднакупил рабочих в городе Слян. Так, Санта-Крус формирует армаду. Сейчас из этого сформируем, тут немножко поплаваем. Сколько стоит без карточки? 360 дней. Не хочу. И ускорили осадную тактику. Отлично. Там бомбарды почему-то откуда-то у варваров. Кто им дал бомбарды, а? Признавайтесь, вы надонатили варварам на бомбарды? Знаете, мне кажется, когда-нибудь в будущем будут реально такие игры выпускаться, куда... Например, стример ее проходит, а зрители донатят в игру, чтобы там стримеру сложнее было. Прям уверен. Так, давайте черепашек пограбим. Так, ну и тут вроде ничего интересного. Возвращаемся в Поти Акведук, промышленная зона 4. Ну, видимо, мастерскую.
шахту. Так, куплены новые, пока непонятно. Пока непонятно. Коломендлини. Вот цехи на следующую эпоху сохранили. И реально, у меня города очень медленно клетки присоединяют. Обрабатывать тупо нечего. Первая в мире армада. Ну, я уже решил не откладывать. Блин, мне бы, конечно... Мне надо было с этой стороны ее сделать. А, не, 81 со стенами. Не, это даже армада каравелл не берет. Можно не пытаться. А, так подожди, тут нету рыбацких лодок. Тут ничего не разграбим. Вот рыбацкие лодки. А, нет, тут есть. Есть, как ни странно. Ладно. Какой-то отдельный континент. А, нет, не отдельный, соединен с ацтеком. Блин, так тут проплыва нету. Тут реально, типа, вот в это море невозможно проплыть из этого океана. То есть в этот океан, в Индийский океан, невозможно проплыть из Атлантического до таяния ледников. Северный морской путь будем делать. И тут главное закрывает всего лишь одна клетка. Всего одна клетка закрывает этот проплыв. Еще снизу, конечно, интересно глянуть, что. Так, астрономию откроем. Astronomy compels the soul to look upward. 141 наука, 149 науки. Ну, Рим впереди так серьезно. Тут только каперами придется грабить. Нафига я тогда столько каравелл построил? Вот что мне этими каравеллами тут захватывать? Ну, галерами. Что мне с этой стороны захватывать? Имя. Я кучу денег сейчас трачу на содержание юнитов. Давайте, наверное, Аншану пограбим вот эту штуку. Денежку получим. Давайте я, наверное, буду покупать уже клетки. Или подождать один ход. Поставить карточку на выкуп клеток. Тут не так много денег тратить. Ладно, я подожду, меня обстреляют следующим ходом. Тогда разграблю китов. Чтобы здоровье получить. Кампус, библиотечка. И дальше открыть институт просвещения. Мы в меркантилизм пойдем сначала. Это вряд ли ускорим. Врага при помощи рыцаря. Ну что, поплыть сюда к варварам-рыцарям? И вот этим двумя рыцарями вполне можно сделать. Так, просвещение не скоро, оружейную. Вот это можно, наверное, просто открыть, потому что у меня даже вообще военных лагерей нету.
этому оружейную, а там же перед оружейной еще казармы надо. Что вряд ли. You must not lose faith in humanity. Так, значит, я хотел поставить на покупку клеток дешевле. И можно новый... Ну, блин... С науки очень неохота убирать, поэтому только, наверное, покупку клеток дешевле. И, наверное, содержание юнитов пока. Потом как-нибудь плюс 5 против варваров, когда рыцари доплывут. А, я лян не прокачал на аквакультуру. Это я молодец. Да. Ну ладно, хотя бы тут этих черепах обработаем. И тем не менее клетки все равно покупать надо. Так, ну, куплю. Ну, с рыбацкой лодки деньги дают. Черепаха все-таки. Так, давайте мы не будем залучивать клетки. Ну что ж, 16 ходов. А чё так долго? А, можно отплыть, тут все разграблено. Ну я продолжу в Тбилиси. Да, тут, конечно, каперы скорее нужны, чем каравеллы. Просто куча галер бессмысленно немножко построена. Ну тут, смотрите, у него даже тлакопан в одной клетке стоит от этого. Не знаю, наверное, гавань зайду, сейчас пограблю. Но, в принципе, пока вообще не выглядит, что я тут могу что-то сделать. Ну, посмотрим дальше, это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала могут ее прямо сейчас поискать во вкладке сообщества для всех остальных. Она выйдет завтра, играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!